Мини-печь Endeavor Danka 6030. Это компактный аналог духового шкафа. По качеству работы она не уступает большому брату, а из-за меньших габаритов рабочей камеры потребляет меньше электричества. Данная модель многофункциональна, удобна и не занимает много места. В мини-печке можно приготовить рыбу, запечь мясо или овощи, а также экспериментировать с выпечкой. Что важно, пища, приготовленная в печи, гораздо более полезна, чем, скажем, в сковородке. Хотя бы потому, что приготовить можно без использования масла или с минимальным его количеством. Danka 6030 незаменима в малогабаритных квартирах, где используется каждый квадратный сантиметр, а также на даче или в необорудованном съемном жилье. Объем камеры 35 литров, большая и удобная дверца обеспечивает легкий доступ к продуктам, а ручка, изготовленная из специальных материалов, не нагревается. Мощность мини-печки 1600 Вт позволяет не тратить ваше время на ожидание. Печь быстро нагревается до нужной температуры. Диапазон рабочей температуры от 100 до 250 градусов. Danka 6030 оборудована таймером автоотключения со звуковым сигналом, что позволит вам точно следовать рецепту приготовления блюд. Пользователям доступны три режима работы – верхний, нижний и двухсторонний, что обеспечивает идеальное приготовление любого блюда. Используя режим «гриль» и «вертел», который в комплекте, можно приготовить большой кусок мяса или курицу целиком. Два независимых тена сделаны из нержавеющей стали, благодаря чему увеличен срок службы мини-печки. Камера Danka 6030 оборудована внутренним освещением, что позволяет контролировать процесс приготовления блюд. Индикатор включения позволяет вам одним взглядом определять, работает печь или нет. Управление печкой осуществляется всего тремя механическими регуляторами. Управление простое и понятное, с которым разберется даже новичок. В комплектацию Danka 6030 входит противень, хромированная решетка, поддон для сбора крошек, ручка для извлечения решетки и противня, вертел и ручка для его снятия.